Мы постоянно работаем над расширением межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма, говорит руководитель Республиканского агентства по туризму Людмила Максанова. Помимо соседей, иркутян и забайкальцев, на открытии года туризма в Бурятии побывала делегация Монголии. Сегодня в Улан-Удэ прибыли гости из Китая. В этом году запланирован целый ряд крупных мероприятий туристической направленности. Ключевыми такими будут 10-я республиканская выставка «Туризм и отдых в Бурятии», которая состоится 19-20 апреля. Конечно, мы будем рады видеть всех своих коллег для того, чтобы еще более укрепить наши связи, расширить взаимовыгодные программы и, конечно, наметить новые варианты сотрудничества. В июле при поддержке Федерального агентства по туризму и резидентов особой экономической зоны в Улан-Удэ состоится международный эколого-туристический форум. Это еще один шанс для местных, российских и зарубежных туроператоров обменяться опытом и наладить новые контакты. В начале марта республика, туроператоры республики принимают участие в международной выставке в Берлине. Это крупнейшая выставка, где предлагается новый пакет туристических услуг, который реализован вот у нас в республике. Буквально через 2 недели после ITB туроператоры примут участие в международной выставке уже в Москве. Напомним, что общий объем финансирования мероприятий по созданию туристических кластеров на территории Бурятии составит почти 11 миллиардов рублей, а реализация проектов увеличит туристический поток региона в 3 раза и позволит создать около 6 тысяч дополнительных рабочих мест. Алексей Унагаев, Сергей Устинов. Новости дня.